Сказ об Александре Невском. Давным-давно, еще в 8 веке, на Руси, в городах Пскове и Новгороде, где жили люди русские, жили в мире и согласии. Пасли свои стада на лугах зеленых, хлеб сажали в полях бескрайних, рыбу ловили в реках быстрых. И правил этими городами князь Александр Ярославович. Ну вот однажды на реке Неве нежданно-негаданно появились корабли чужеземные. И приплыли на этих кораблях чужеземцы иностранные. И было их несметное множество, и пеших рыцарей с мечами, и копьями в доспехах железных, и верхом на конях, щитами и оружием острым. И решили чужестранцы захватить земли русские. Уверенные были воины пришлые, что с легкостью разорят города богатые. Расположились на берегу реки Быстрой. Доспехи свои тяжелые сняли и готовиться к обеду начали. Молодой князь Александр Ярославович, что правил городами этими, как услышал эту весть страшную, тут же со своей дружиной быстро в поход собрался. А пока добирался к костям незваным, к нему по дороге дальней, еще воины присоединялись гнать врага, земли русской желающей. С трех сторон войско русское окружило рыцарей заморских и ударило силой мощную по врагу незваному. Смело бились богатыри русские за родную землю матушку, за жены детей своих. Не выдержали натиска богатырского, бросились бежать ироды, на корабли свои пробираться и домой собираться. Но не все корабли иностранные домой вернулись. Часть из них навеки на земле русской осталось. Освободили землю родную богатыри бесстрашные от иностранцев поганых. С тех пор князю Александру Ярославовичу прозвище дали Невский по названию реки Нева. Где бой тут состоялся. Много раз еще на землю русскую враги нападали. Но во всех боях Александр Невский победу одерживал. Тел и славен навеки стал в сердцах народа нашего. Thank you.
Thank you.